докладывают о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом новых товаров. Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок, появился новый товар. Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет новый товар. Новый хлеб и разделка тушек на части, как вы называете. А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. Вы же понимаете, до чего дошли? Целая тушка цыпленка стоит 2 рубля, а пополам расчлененная 5 рублей, к примеру. А что случилось? Что произошло? Почему в 2-3 раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали? И что? Это не видит Министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля. Вы что, этого не видите, пока вас люди не ткнут вашим лычем в эту проблему? Министр торговли, которого я напрочь не вижу. Я тебе про назначение поручил. Предпринимай любые меры. Если кто-то мешает, докладывай напрямую. Где твое шевеление? Доложу, Александрович. Руководство областей, комитеты государственного контроля, депутаты, профсоюзы. Кто же вам еще нужен для того, чтобы навести порядок? Вы что, хотите надо мной поиздеваться? Вы из меня идиота хотите сделать, что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочие там кредиты, а потом бежать в магазин цены контролировать? Так нахрена вы мне нужны тогда? На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой. То есть курица в тушке и разделанная курица на части должна быть космической по своим потребительским качествам. А что изменилось в той расчлененной курице пополам? Что в ней изменилось? Что мясо там другое? Костей там не стало, вы повыбрасывали там все? Или новые кости там появились?